Меня зовут Эмиль, я работаю, в команде Сбермаркета, и мы делаем платформу в Сбермаркете, и сегодня мы про это поговорим. Давайте начнем о чем. Вот давайте поднимем руки, да, кто у нас, ну, как я обещал, разминочка, кто работает вообще здесь в IT? Прекрасно. У нас все-таки IT-конференция, я попал туда, супер. Давайте, вы держите руки, держите. Давайте теперь опустите руки те, у кого есть, те, у кого нет платформы в вашей компании, ну, какой-то самописной платформы, PaaS и так далее. Вот, то есть довольно много осталось, да, рук? Классно. А теперь давайте опустим руку, у кого в компании меньше 100 человек. О, интересно. А теперь опустите руки, у кого, получается, меньше, давайте, 1000 человек в компании. Ну, соответственно, больше 1000. В общем, тенденция такая, вот я смотрю на вас, тенденция такая, что с ростом компании она приходит к тому, что ей нужны какие-то средства для того, чтобы стандартизировать разработку, чтобы у разработчика не было, когда он что-то делает, да, чтобы у него не было вопросов, а как мне это задеплоить? А как мне правильно написать это так, чтобы мой сервис потом был легко как бы поддерживаем в этой компании? И да, здесь проблема такая, что разработчики, они очень умны и изобретательны. И да, вы скажете, какая же тут проблема? Это очень круто, когда у вас небольшой стартап или мало сервисов, и тогда каждое вот это вот изобретение чего-то нового, оно очень драйвит вашу разработку. Но наступает момент, когда у вас получается так, что у вас есть 15 сервисов, и все они написаны по-разному. И вы начинаете писать новый сервис, и вы как бы начинаете его писать еще каким-то 16-м способом. И в один момент просто CTO приходит к гендиректору, и он ему говорит: слушай, сколько нам будет внедрить вот эту вот фичу? Он говорит: ну смотри, новый сервис запустить надо будет, это как минимум неделя на то, чтобы написать boilerplate, как-то там настроить его деплой и так далее. И CEO говорит: а почему? Ну типа, что такого сложного? И вот в какой-то момент приходит понимание того, что жить с велосипедами может быть гораздо дороже, чем выделить один раз деньги и написать свою платформу. Чтобы написать, чтобы стандартизировать какие-то определенные подходы, именно этим мы и занимаемся в платформе Сбермаркета. И сегодня как раз я расскажу, как мы решаем эти проблемы. Первое, что мы пытаемся сделать, это мы пытаемся минимизировать рутинные действия разработчика, чтобы ему не приходилось каждый раз, там, каждый день делать там, 5 минут какую-то вещь. Да? Как говорил в докладе вот мой коллега Саша, да? То есть в первую очередь это автоматизация рутинных действий. Дальше мы стандартизируем разработку так, чтобы сервисы различались между собой вот максимум в бизнес-логике. Это в идеале, конечно, да, все сервисы разные, но чтобы было так, что ты приходишь на другой проект, и ты можешь спокойненько, понимая, как работать с другим проектом, поднять этот проект у себя локально, задеплоить его, знаешь, куда писать код и где лежит вообще код и что он делает. Соответственно, отсюда выходит следствие, что новому разработчику гораздо проще разобраться в проекте, когда у тебя есть стандартизация и документация на это все. И как вот наша цель и следствие всего этого, для первого коммита го-разработчику нужно 4 соответственно, компонента. Это Go сам по себе, Docker, IDE-шка, где он будет это разрабатывать, и наша утилита SBM CLI. Ну, я ее буду сегодня в докладе называть SBM CLI. Так уж она закрепилась. Значит, что вообще такое Сбермаркет и почему мы об этом говорим, почему мы к этому приходим? Сбермаркет — это больше 200 сервисов,
Это больше 900 разработчиков и больше 100 деплоев в день. И теперь представьте, если это все будет как-то написано, ну, по-разному. И вот у вас происходит какой-то инцидент, и девопсы приходят, начинают разбираться, и они такие: «Господи, а что вообще делает этот сервис и как его поднимать?» То есть это, если бы они были все написаны по-разному, это было бы очень контрпродуктивно для компании. И вот, как я уже сказал, мы в Сбермаркете в платформе создаем, получается, инфраструктуру для эксплуатации приложений. Выбираем основные тулзы, утилиты, компоненты, которыми будут разрабатываться это приложение, и создаем тулинг для упрощения разработки. Одним из компонентов, очень важным, является GoLibs. GoLibs — это набор библиотек в Go, которые, во-первых, ребята посидели и выбрали, и они сказали: так, вот для Postgres такая библиотека, для Redis такая. Мы уже составили табличку, мы посмотрели, что из этих библиотек лучше, и выбрали за вас, чтобы не было холиваров, когда пишут проект, там, что два сеньора подрались, выбирая, какую библиотеку будут использовать. Второе — это конфигурация, чтобы все сервисы конфигурились единообразно. И третье — это написан некий boilerplate, который все пишут по несколько раз на дню. Мы избавляем разработчиков от надобности писать этот boilerplate. Здесь по QR-коду есть прекрасная статья моего коллеги Саши Ермолаева на Хабре о том, что такое GoLibs. Можете, если вам интересно, зайти на Хабр, почитать эту статью. Там это все описано чуть больше и чуть более развернуто. Мы здесь не будем останавливаться надолго. Давайте вообще разберем, как выглядит жизненный цикл сервиса. Ну, он на самом деле похож на жизненный цикл человека. Родился, пострадал и умер, да? То же самое с сервисом. У нас есть фаза, когда у нас появляется потребность в новом сервисе. Он рождается, создается. Дальше у нас идет активная разработка, мы работаем над ним, и в какой-то момент мы понимаем, что сервис неактуальный, можно его прибивать. И наша утилита SBM CLI всегда рядом. Она всегда помогает практически на всех шагах. Почти, кроме одного, кроме, соответственно, фазы смерти сервиса, потому что это больше бюрократический процесс, когда вам нужно вытащить какой-то сервис из прода. Вот. Но на остальных участках пути SBM CLI всегда помогает разработчикам. Что вообще есть сервис? Давайте зададимся таким монументальным вопросом. Но зададимся мы им с точки зрения платформы, именно нашей. Для нас сервис на самом деле представляет собой два файла. Это конфигурация приложения, это файл, который называется app.toml, в котором описано именно то, что должно лежать, то, как должно работать приложение. Там описаны коннекты к базам, вообще какие базы нужны и так далее. А второе — это манифест инфраструктуры. Они, вот эти два конфига, они очень похожи, но отличаются. И первый, он именно говорит приложению о том, как ему запускаться. И второй говорит о том, что нужно предоставить нашей инфре для того, чтобы приложение запустилось. Вообще, Values YAML похож просто, ну, типа, это, по сути, типизированный, четко описанный Values YAML для хельм-чартов. Просто он у нас тоже стандартизирован, чтобы все хельм-чарты были однотипными. Да, так вот выглядит примерный конфиг приложения. Тут видно, что у нас описано его имя, описано, на каком языке разрабатывается этот сервис, потому что наша платформа на данный момент поддерживает 4 стека. Это Go, Ruby, Python и JS. И тут же описано, например, какие базы данных нужны, ну, какие зависимости нужны сервису, о чем мы еще поговорим чуть дальше. Это манифест инфры тоже, как я уже сказал. Здесь вот можно видеть, что
определяется, какие нужно поднять базы данных. Тут определяется, что нужна Kafka вообще-то нашему сервису. И определяется, какие у нас есть топики, которые тоже настраиваются нашей инфрой. И давайте начнем с рождения сервиса. Для того, чтобы создать новый сервис, команда Сбермаркета сделала такую вот команду SBM CLI Service Create. Это я называю его ультимативный создатель сервисов. Потому что, набрав одну команду, мы получаем готовый к деплою хоть сейчас сервис, который вот прям вот сразу после этой команды можно деплоить на прод. Он, правда, будет пустым, но задеплоится только так. Что она делает под капотом? Она клонирует шаблон сервиса и делает реплейс некоторых строк. Ну, как любой создатель проектов на любом языке. Дальше для Python и для ноды у нас есть отдельные еще бинари, которые создают проект. И под капотом мы используем именно эти бинари, потому что эти бинари можно, если что, вытащить из нашего паса, просто выложить в любой момент в open source, и у вас будет хороший создаватель сервисов для Python и для ноды, которые не привязаны к сбермаркетовскому паасу. Потому что все, что мы делаем дальше, это мы после генерации структуры проекта делаем так, чтобы он заводился у нас в платформе. Это мы дополняем конфиги приложения и инфры. Ну и, конечно, немножко советов пользователю. Что делать дальше? Выглядит это примерно так. То есть мы создаем сервис, и дальше у нас есть вот эта очень полезная секция Next Steps, которая говорит пользователю, вот ты создал сервис, ты сейчас его можешь запустить вот так, ты можешь запустить вот так. Ему не надо держать в голове, на самом деле, все эти команды для того, чтобы понять, там, как запустить дебаг и чтобы он работал. Дальше у нас следующая команда, как только мы создали сервис. Это SBM CLI Service App, который берет на себя всю вот эту ответственность по запуску приложения в Docker Compose. Потому что, на самом деле, Docker Compose был сделан для того, чтобы мы могли быстро поднять, да, в докере какую-то инфру, но в какой-то момент написание просто Docker Compose для приложения занимает несколько дней, чтобы все имиджи прописать и так далее. Вот, значит, так как мы знаем уже, что нужно нашему приложению для работы, потому что это все описано в манифесте инфраструктуры, мы сами можем сгенерировать Docker Compose для сервиса. Дальше мы поднимаем сеть, пишем алиасы для докер-образов, точнее, докер-контейнеров, и прописываем красивые хостнеймы для контейнеров. Ну, потому что разработчику неприкольно коннектиться к контейнеру по айпишнику, а так у него всегда красивые хостнеймы. Создаем, соответственно, конфиг для Docker Compose и поднимаем в конце эти контейнеры. Там еще есть очень много магии под капотом, потому что делается очень много всего. Это, наверное, одна из самых больших по объему кода команд в SBM CLI. Но в целом это выглядит примерно так. И в конце мы прогоняем миграции. И еще немного советов пользователю. Да, выглядит это опять-таки вот так. Здесь мы сразу понимаем, что у нас подняты, какие у нас сервисы подняты, HTTP или gRPC, или оба сразу, как здесь. И здесь же у нас, опять-таки, есть советы, как вообще работать с нашим сервисом, как к нему подключаться и так далее. Теперь давайте перейдем к следующей части цикла сервиса — это его активная разработка. И самое первое, что у нас может нам помочь, это CodeGen. Это то, что уже говорил мой коллега Саша на предыдущем докладе. Мы стараемся сделать так, чтобы разработчики не писали код руками, а там, где возможно, генерировали его через CodeGen. Поэтому SBM CLI CodeGen позволяет нам сгенерировать
клиенты и серверы для сервера, для сервиса, используя спецификации OpenAPI, протока и так далее. Поэтому мы собираем, под капотом мы собираем контракт сервиса, собираем контракты зависимостей. Да, мы знаем о том, от чего зависит наш сервис. Под капотом вызываем проток или генерацию кода по OpenAPI. И все, самое, что мне больше всего нравится, это то, что мы зависимые бинари поставляем вместе с SBM CLI. Потому что, ну, у вас, наверное, кто пытался в первый раз протоком сгенерировать какой-то код, он, наверное, встречался с ошибкой, да, что плагин not found и так далее. Вот, у нас все это под капотом, и разработчику не нужно об этом думать и искать вот эти команды, устанавливать и так далее. Следующее, что у нас есть, это добавление хранения данных, это создание миграции, тоже в какой-то мере CodeGen, который позволяет добавить нам миграции. Вот. Соответственно, под капотом мы смотрим, какие уже есть миграции, и создаем новый файл, ну, файл для миграции гуся. Теперь давайте посмотрим, что же, вот я уже говорил, есть сервисы зависимости, что это такое вообще. Это другой сервис, который имеет описанные контракты. Да, мы стараемся придерживаться принципа specification first или API first, когда мы сначала пишем спеку, а потом код. И у сервиса может быть три вида контрактов. Это REST OpenAPI, это gRPC в протобафе описанные, и это контракты, которые используются в Kafka, и они тоже в протобафе описаны. Следующее, что мы можем, даем разработчику как из коробки, это добавление зависимостей на другие сервисы. Собственно, тут мы стараемся автоматизировать этот процесс, когда тебе нужно взять другой сервис и нагенерить на него клиентов, посмотреть, как сконфигурировать для него API и так далее. Поэтому у нас это все делается автоматизированно. Мы под капотом смотрим, какие есть контракты у нашего сервиса зависимости, смотрим контракты сервиса зависимости, скачаем и сохраняем там, в темповую директорию контракты сервиса зависимости, прогоняем кодогенерацию клиентов для сервиса, и следующий важный шаг, чтобы мы знали, от чего зависит наш сервис, мы дополняем конфиг приложения тем, чтобы там были прописаны зависимости. Следующее — это SBM CLI Dependency Upgrade, потому что сервисы меняются, и вы сегодня добавили сервис как зависимость, а завтра он уже может, ну, все эти контракты, которые были у него прописаны, они уже не валидны. Поэтому есть SBM CLI Dependency Upgrade, которая проверяет, какие есть изменения в зависимостях, и прогоняет код-генерацию, если она нужна. Следующее, что мы автоматизируем, это проверки. Потому что нельзя деплоить код, не проверив его. Потому что нельзя быть неуверенным в том, что твой код вообще заведется. И так мы его в какой-то мере можем гарантировать, что код валиден. Первое, что у нас есть, это SBM CLI CodeLint. Второе — это Contract Verify. Об этих двух командах мы поговорим подробнее. Вот. Следующее — это dependency check. И две команды, которые проверяют, что у нас валидный конфиг приложения и manifest and free. Потому что, опять-таки, если они не валидны, у тебя деплой упадет. Посмотрим SBM CLI CodeLint. Эта команда позволяет убрать у разработчиков локальный конфиг линтера, потому что под капотом она вызывает golang-cia-lint, но все правила для него у нас прописаны внутри самой SBM CLI. Это вызывает, конечно, у некоторых разработчиков у нас bad heart, потому что к нам приходят и говорят, я вот такой сеньор, и вы мне говорите, как мне писать код. Но на это мы отвечаем, что
У нас есть определенное видение того, как должен выглядеть код проекта, и это должно быть стандартизировано посреди, ну, типа на всю компанию, чтобы разработчик, придя с одного проекта на другой, он разбирался в бизнес-логике, а не в том, почему вот здесь мы сделали строку на 20 символов длиннее, чем нужно. Вот. Дальше мы, соответственно, под капотом запускаем GoLang CI-Lint, мы запускаем GoLang CI-Lint и обрабатываем его вывод по своим правилам, потому что мы тоже считаем, что, ну, у нас есть видение, что не все его какие-то ошибки или ворнинги мы должны обрабатывать или обращать внимание. И дальше вот это все, оно выводит красивую картинку о том, хорош у нас код или нет. Следующий — это Contract Verify. Проверяем, что контракты наши всегда актуальны и валидны. Во-первых, мы проверяем наши контракты на то, что они вообще валидны и могут сбилдиться, например, протоком или свагером. Вторая очень большая и очень важная часть проверки — это проверка на наличие breaking changes. Потому что если твой сервис сделает какие-то изменения, которые валят обратную совместимость, тогда этот сервис, скорее всего, уронит прод. Ну, потому что другие сервисы об этом не знают. И когда у нас будет первое обращение к вашему сервису и была закоммичена обратная несовместимость, что-то да упадет. Мы это должны четко проверять на этапе деплоя для приложения и не допускать деплой сервисов с breaking changes. Да, здесь я попытался вам рассказать о том, что умеет делать SBM Clean, но рассказать все за один доклад, наверное, невозможно, потому что это очень большая утилита, которую мы делаем довольно давно. Вот. Поэтому быстренько пробежимся по тому, что она еще умеет. В первую очередь, как я уже показал, работа с миграциями. У нас есть еще их накатка, их откатка, если нужно. Дальше это работа с самим сервисом. То есть у нас кроме старта сервиса, его создания, есть дебаг. То есть мы поднимаем сервис в контейнере и пробрасываем туда GDB. Ой, не GDB, Delph, чтобы и показываем конфиг для IDE-шки, чтобы пользователь мог просто взять, скопировать, вставить и запустить дебаг своего сервиса на приближенного вообще к реальной его продуктовой, да, деплойменте, но внутри докера локально. Дальше очень полезная команда, которая мне очень нравится, это SBM CLI ServiceEnv, которая печатает все энвы для приложения, которые передаются ему в контейнер. То есть вся конфигурация для приложения. Очень полезная штука для прогона, например, тестов. Ну и сервис down, когда мы решили, что фича готова, мы ее будем сейчас релизить, можно сервисы погасить, чтобы наши ресурсы нашего компьютера не жрались. Следующая часть команд, она как раз про работу с зависимостями. То есть мы можем посмотреть, какие вообще у нас есть контракты, добавить зависимости, удалить зависимости и прогнать код гена на всем этом. Вот. Да, теперь немножко резюмирую вообще доклад, для чего я это говорил вам всем. Возможно, вы большая компания, ну, вы работаете в большой компании, не вы сами большая компания, и вам пригодится какие-то шаги, которые мы уже воспроизвели у себя. И, возможно, для вас будет полезно перенять этот опыт. Вот. Во-вторых, возможно, когда-нибудь, я этого, конечно, не говорил, но, возможно, когда-нибудь все это уедет в open source. Ну, по крайней мере, желание такое есть. Мы хотим делиться теми уроками, которые мы сами изучили,
с сообществом. Поэтому заходите на GitHub, там уже есть прикольные штуки. И, скорее всего, что-то еще прикольное появится в будущем. И читайте нас на Хабре. Да, там сейчас будет выходить цикл статей по... Там сейчас будет выходить цикл статей по как раз нашему ПААСу, по тому, как мы проектируем его. И все, что я сегодня рассказал, также будет расписано в этих статьях подробнее. Поэтому читайте нас на Хабре. И да, спасибо за внимание. Я жду ваших вопросов. Привет. Привет, меня зовут Сергей. Спасибо большое за доклад. У меня есть вопрос по поводу Breaking Changes. Вот, ты сказал, что Sbersleep проверяет, что нет обратных зависимостей нарушенных. А что, если я хочу это сделать? Например, у меня есть ручка, я хочу ее убить. Вот какие последовательные действия для этого? Во-первых, мы посмотрим, что у этой ручки нет зависимости, ну, нет сервисов, которые используют ее как зависимость, да. Вот. Во-вторых, у нас есть специальный файл, называется, по-моему, breaking.md или changes.md. Как минимум, он сейчас работает для OpenAPI, а, соответственно, добавить его для протока — это моя задача, которую я возьму в понедельник. То есть это файл, который описывает, что вот, да, мы сделали обратную, мы нарушили обратную совместимость, но вот здесь мы пишем, да, мы это сделали намеренно, вот потому-то, потому-то, потому-то. И, соответственно, этот файлик парсится, и уже мы, если видим эти обратную несовместимость, мы ее пропускаем. Вот. Ну и стоит понимать, это очень важно, что обратная несовместимость, она на CI появляется только один раз. Только на одном мерж-реквесте. После того, как этот мерж-реквест замержен в мастер, у нас уже это как бы, ну, удаление там, этой ручки не будет вызывать обратную несовместимость, потому что у нас всегда проверяется... Проверка обратной совместимости происходит между веткой и мастером. Соответственно, как только мы все это замержили, у нас это уже не будет стрелять на CI. Поэтому этот файл, который у нас есть, он очень важен для истории, что другой сервис приходит и говорит, слушайте, у вас была ручка, куда, где? Он может посмотреть, а, вот почему вы ее удалили. Но вообще, если сервис приходит и говорит, где у вас ручка, которой мы пользуемся, это уже очень плохая ситуация. Но такая возможность как бы у разработчиков есть. Вот. Хотя стоило бы, наверное, отобрать. Прости, тогда еще уточнение. А как можно проверить, что другие сервисы этой ручкой не пользовались? Ну, типа, мы выкатили сервис, другие сделали dependency upgrade, у них сгенерировали зависимости, сгенерировался клиент. И мы только можем проверить, что мы дергаем или не дергаем вот методы этого клиента. Мы смотрим не то, пользуются ли сервисы этой ручкой вообще, ну, то есть сделать проверку на то, что в сервисе действительно эта ручка используется, ну, потому что у тебя есть как бы OpenAPI спека, и по ней генерится там огромный клиент с кучей эндпоинтов, которые можно дернуть. И проверить, вызывается ли конкретно этот эндпоинт в этом сервисе, ну, практически нереально, да, если ты не будешь AST-дерево только там парсить и смотреть. И то ты не всегда будешь уверен, потому что если у тебя там интерфейсами все обмазано, то ты узнаешь об этом только там в рантайме. Так вот, мы проверяем только о том, что у сервисов задекларировано в конфиге приложения как зависимость. Если у него указано, что вот этот вот сервис, он зависимый, то мы только по конфигу приложения мы можем понять вот это вот взаимодействие их. Вот. То есть конкретно по ручкам мы не можем определить. Спасибо большое за доклад. На самом деле очень прикольный отказ, действительно, SBCLI. Сразу вопрос, а где там Kubernetes? Смотри, SBM CLI помогает нам именно при локальной разработке. Сам деплой, он сделан уже средствами GitLab в основном. То есть вообще была такая прекрасная ручка, точнее, такая команда SBM CLI
Деплой. Так, деплой. План, да, да, типа запланируй деплой, которая сделает там мерж-реквесты, ну, сделает все, что нужно для деплоя сервиса, но ею мало пользовались, поэтому мы ее убрали, потому что многие через GitLab просто смотрят CI-джобы, как они бегают. Вот. Это вопрос настройки вот этих всех YAML-ов, это вот тот Values YAML, да. Там ты можешь настроить все, что тебе нужно, собственно, всякие фаерволы в Kubernetes и так далее, или он сильно... Да, там он, на самом деле, этот Values YAML, у нас есть этот Values YAML example, вот этот example что-то там на 2000 строк, вот, там можно что угодно сделать, и, то есть, прописать сервису практически что угодно, что ему нужно для его жизни. Но вообще у сервисов обычный Values YAML там, ну, не больше 500 строк, да, много, но... И он вербозный очень, но как бы это стандарт, по которому мы предоставляем инфру для сервиса. Последний вопрос. Это как сложно занести туда что-нибудь, что... Ну, все знают, да, что айтишка из говна и палок, то есть из Postgre и Redis. Как сложно туда принести что-то, кроме Postgre и Redis? Смотри, с точки зрения SBM CLI, мы проделывали за лето только это... Раз пять мы добавляли в SBM CLI, именно в локальную разработку, добавляли Elastic, там, Ёлку и что еще, Flipped, по-моему, что-то такое. Вот. Суть в чем? Занести это в SBM CLI, ну, это, грубо говоря, дело одного спринта. Точнее вопрос, что вот есть какая-то команда, которой нужно какое-то хранилище, которое не поддерживается в SBM CLI. Она может ли она продолжать пользоваться SBM CLI или она такая, все? Да, да, у нас есть еще файлик, так, dev, docker compose dev YAML, который ты можешь описать, какие контейнеры тебе нужны, дополнительные, которых нет в SBM CLI, и он мержится с тем файлом, который мы генерируем. И в конце у тебя, то есть, будут подмерженные два файла, и ты можешь поднимать еще контейнеры, которые нужны именно тебе. Спасибо. Вот. Но вообще добавление новых каких-то штук инфраструктурных, оно скорее сложно в бюрократическом плане на всю компанию. То есть тебе же надо принести и сказать, вот Postgres там, вот у нас есть там что-нибудь новое, давайте пользоваться этим. Приветствую, меня зовут Игорь. Пару уточняющих вопросов. Получается, SBM CLI — это полностью внутренний инструментарий Сбермаркета, и он никак сейчас не доступен простому смертному? Да, и, возможно, когда-нибудь он будет доступен. И мы, ну, как минимум я на это очень надеюсь, я не могу говорить от лица всей компании, но я очень надеюсь, что когда-нибудь я буду все-таки делать коммиты на GitHub, а не на внутренний GitLab. Вот. Понял. Хорошо. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Даниил. Такой вот вопрос. А что, если когда-нибудь возникнет необходимость изменить стандарт, который существует? Не дополнить, а именно изменить. Стандарт чего? Стандарт создания приложения. Например, изменить все-таки библиотеки. Тогда, ну вот, тогда мы меняем шаблон и все. То есть это у нас уже было... вот есть команда SBM CLI Service Upgrade. Так, вот здесь она, нет, ее здесь, по-моему, нет, да? В общем, есть команда SBM CLI Service Upgrade, которая позволяет нам что сделать? Она приводит конкретно вот на данном этапе живущий сервис к тому видению, к которому мы пришли в шаблоне сервиса. То есть, допустим, мы добавили в шаблоне сервиса какие-то там файлы, которые мы потестировали, и через полгода поняли, что это нам не нужно. То есть теперь новые сервисы создаются без этих файлов. Вот все сервисы, которые создавались с этими файлами, если на них прогнать SBM CLI Service Upgrade, то она автоматически, соответственно, приведет их к тому виду, который есть в новых сервисах. Она там удалит ненужные файлы. Ну, причем по-умному, если эти файлы на самом деле кем-то трогались и в них что-то записалось, мы уже не можем их взять и удалить. Да? То же самое, что мы не можем делать несовместимые, опять-таки, изменения для сервисов. Вот, поэтому
Но, отвечая на вопрос, для этого есть отдельная команда, которая все-таки поможет нам обновить все сервисы, если у нас что-то изменилось в стандарте. Ну, это главный плюс собственной разработки. Да. Алексей, спасибо за доклад. Слушайте, а есть такое же, только чтобы где-то взять и стандартизировать, ну, подсорсное, похожее? Вот именно, что мы пока не видели настолько большого open source, ну, то есть есть части, которые есть у нас, да, open source, но чтобы вот такого комплексного решения мы не видели. Я еще знаю, что очень подобное разрабатывает Авито, и, возможно, у них когда-нибудь тоже появится это в open source, но не факт. Даже, кстати, я, когда мне рассказывали про тулзу с Авито, там очень много всего похоже. То есть в тот момент я понимаю, что, ну, действительно, стандартизация разработки — это то, к чему приходят компании, и приходят они обычно даже одним и тем же способом. Так что, скорее всего, я очень надеюсь, что когда-нибудь это все-таки будет в open source. Ну, давайте поблагодарим докладчика. Спасибо.